До начала нового сезона, это я про осень, осталось всего 2 дня, и надо бы провести их так, чтобы лето 2019-го, ну, как-то запомнилось, что ли. Сложно спорить с тобой. А еще новый сезон начинается на радио Центр ФМ. Подробнее об этом поговорим с ведущими утреннего шоу Антоном Беляевым и Андреем Марьяновым. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Какие вы веселые, бодрые люди, а, утром? Так мы же работаем утром. Кто в 6 встает, тот к 5 засыпает. Да, да, что-то в этом духе. И рассказывайте, что ожидает слушателей Центра ФМ в связи с вашим появлением в утреннем шоу. Ну, можно я начну? Вы вдвоем будете или будет какая-то тетя еще модно? Сейчас тетя и брать. Мы тетю держим в сюрпризе. Да, тетя у нас в секрете, потому что... Ну, будет, да? Будет. Тетя будет, но это нужно будет не только услышать, но еще увидеть, как это будет происходить. Ой-ой! Да, поэтому мы планируем делать утреннее шоу таким образом, чтобы его действительно было не только интерес слушать, но интерес смотреть. Мы делаем на это большой упор. Поэтому в первую очередь... Теперь Андрей, когда фотографируется в Инстаграме, добавляет хэштег «слушай и смотри». «Слушай и смотри» обязательно. Поэтому подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки. Да. Мы сегодня как раз из программы блогеров посвящена блогерам. Посмотреть, естественно, да? Конечно. На сайте там, да, или что-то будет. Камера у вас там будет стоять. Смотреть можно в Инстаграме, смотреть можно трансляцию на сайте, писать можно в Вайбере, в Телеграме. Мы теперь обвешаны всем этим по полному. Да. Вы такие современные, Антон, даже вы современные. Даже мы современные, представляете? Понимаешь, мы просто подумали и решили, что одного просто радио сейчас уже никому недостаточно. Сейчас неинтересно просто слушать. Сейчас гораздо интереснее быть вовлеченным в процесс, постоянно быть на связи, постоянно видеть какую-то движуху у себя в ленте, постоянно что-то получать, какую-то информацию. Поэтому мы сейчас стараемся сделать такой гибрид между радио, телевидением, блогосистемой и всем таким прочим, просто чтобы постоянно человек присутствовал вместе с нами, чтобы постоянно... Велосипедисты придумываете велосипед. Ну, так знаете ли, мы первые на нашем FM-пространстве, которое это делает, поэтому будем... Сложно говорить другие слова. Нести этот флаг. Вы в эфир выходите в понедельник. Вот в ближайший понедельник. 7 часов утра. Да, ваше любимое время. А тетя-то сразу в понедельник появится? Конечно. Хочет узнать сразу, что с этой... Говорит, сюрприз будет, сюрприз. Ну, то есть к тому, что уже в понедельник все это вот все. Дамушка, я тебе скажу, что в компании будут не только мужчины, но и дамы одинокими не останутся. У них будет подружка и напарница. Но кто это будет? Я ничего не понял. Наверное, проще посмотреть и послушать. Ну, мы сегодня как раз всю программу про блогеров-то говорим. Вам, я так понимаю, блогерам и карты в руки. Куда подписываться, что смотреть, чтобы вот это вот интерактивное все вещание все работало? Здесь можно очень просто. Центрфм.бай. Все, это очень просто. Мы теперь есть в Телеграме, мы теперь есть в Вайбере, ВКонтакте, в Инстаграме, во всех буквально соцсетях. Поэтому найти нас можно легко везде. Центр.бай. Центр FM. А, пацаны! Шара! А, подловил, заучил! Подловил! Это была шутка. Приготовленная шутка была. Ой, а расскажите нам еще, перед тем, как мы с вами попрощаемся, про музыкальный формат, кроме ваших красивых лиц и прекрасных, свежих шуток. Поменяйте зарны, что-нибудь или как? Что да? будут слушать люди? Как там? Прильните к радиоприемникам, вы все знаете сами. Новый сезон всегда приносит новые сюрпризы. Не знаю, как называется этот формат. Сколько можно, вы понимаете, сколько интриг невозможно. Напоминайте тогда вот зрителям, камера там, когда включать, куда тыкать, как вас любить. Что вы говорите? Друзья мои, понедельник, 7 часов утра, 101,7 FM. За дело. У нас в гостях были ведущие утреннего шоу Центр ФМ Антон Беляев и Андрей Марьянов.